Сегодня на здоровье толстой кишки совершенно не обращают внимания. Если вы не позаботитесь о чистоте толстой кишки, сохранить ум в равновесии будет очень трудно. Поэтому в системе аюрведы и сиддха-медицины, если вы жалуетесь на бессонницу, различные нарушения, разные расстройства психики, первым делом вам пропишут очищение организма. Очистите систему, очистите толстую кишку, и внезапно вы почувствуете себя более сбалансированными. Это не абсолютное решение, но оно создаст в организме необходимые базовые условия для продолжения лечения с помощью лекарств или оздоравливающих практик. Считается, что йогин должен упражнять кишечник два раза в день. Вот видите, дважды в день. Потому что перед тем, как начать выполнять определенную садхану, толстая кишка должна быть чистой. Мы знаем, что если в толстой кишке присутствуют загрязнения, если в ней задерживаются отходы, и при этом мы выполняем определенные йогические практики, тело начнет испускать неприятный запах. И также это проникнет вам в голову. Так что существует прямая связь. Если вы задерживаете в себе дерьмо, оно окажется у вас в голове и испортит вам жизнь самыми разными способами. Поэтому загрязнения должны покидать организм как можно быстрее. Я знаю, что многие врачи говорят, что нужно есть как можно чаще, не съедать много за раз, перекусывать каждые два часа, что-то в таком роде. Когда пища находится в желудке, еще не в кишечнике, а в желудке, пока происходит пищеварение, очищение на клеточном уровне останавливается. Клетки будут сохранять отходы в течение долгого времени, потому что во время пищеварения вся остальная деятельность снижается, включая деятельность мозга. Поэтому в йогической системе от одного до другого приема пищи должно пройти как минимум 6-8 часов. Если это невозможно, то по крайней мере от 4 до 5 часов, 5 часов просто необходимы. Если проходит меньше, то вы создаете себе проблемы. В центре йогиша день начинается с маленьких шариков нима и куркумы. Существует много аспектов того, как это влияет на вашу систему. Дерево ним произрастает по всей Индии. В наши дни это дерево растет, наверное, еще в 10-12 местах по всему миру. Но изначально, по своей природе, это дерево с индийского субконтинента. Его листья — одни из самых сложно устроенных на планете. Как ним воздействует на вашу систему? Если говорить с точки зрения пользы, то один из аспектов, который можно сразу заметить, ним поддерживает ваш пищеварительный тракт чистым. Когда мы говорим о чистоте пищеварительного тракта, это такая область тела, в которой у вас больше всего другой жизни. В пищеварительном тракте обитает целый ряд микроорганизмов, многие из которых стали полезны для нас. Мы живем благодаря им. Благодаря им мы можем переваривать пищу. Многие функции нашего организма происходят с их помощью. Но все же остается много таких организмов, которые приносят нам вред. Уникальность нима, особенно когда он принимается вместе с куркумой, состоит в том,
что большая часть из того, что не нужно телу, того, что может ему навредить, любая паразитическая жизнь, которая завелась в кишечнике, все это уничтожается. С 15 декабря по 15 января, в течение этого месяца, влияние Солнца на северное полушарие значительно ослабевает. И в результате во всем, что является физическим, возникает некая вялость. Физический аспект жизни стремится перейти в режим инертности. Когда воздействие Солнца минимально, когда его влияние снижается, возникает инертность. Когда возникает инертность, одно из последствий — это загрязнение толстой кишки. Самое простое решение состоит в том, чтобы поддерживать работу лимфатической системы. Тогда толстая кишка будет в порядке. Существует такое средство, как трифола. Это три волшебных тропических фрукта. Если из них составить правильную смесь, то трифола с небольшим количеством воды или ложкой молока, или даже меда, очистит ваш организм. Но если вы не можете найти ее, в Южной Индии мы обнаружили другое чудодейственное средство — касторовое масло. Всего полложки касторового масла подогреть, добавить в воду или в молоко и принимать каждый день на ночь. Вы увидите, что ваша толстая кишка будет оставаться чистой, а лимфатическая система активизируется, потому что понизится уровень инертности в организме.